этих девочек еще даже не ходят в школу, но их ловкости и гибкости могут позавидовать даже взрослые спортсмены. Они с легкостью делают прыжки, кувырки и садятся на шпагат. Однако некоторые элементы даются не сразу. Я 4 года уже занимаюсь гимнастикой, у меня не получается планшет. К этому выступлению гимнастки готовились долгие месяцы. Теперь они выходят на мат, чтобы показать свои умения на соревнованиях по художественной гимнастике «Маленькая фея». Занимаюсь я 2 года. Ну, не знаю, почему мне нравится, просто мое хобби. Мне это очень нравится, и я всегда этим буду заниматься. В соревновании участвовало больше 150 гимнасток из Москвы и Московской области. Закончился конкурс с праздничным парадом и церемонией награждения. Лучшим спортсменкам вручили медали и мягкие игрушки.